Весна, деревья цветут. Такая погода замечательная. Так, всем привет. Так, пока тут жду, минут 15 у меня есть, решила поболтать. Так я соскучилась, знаете, по вот этому времени, когда можно. Ну, я думаю, все из нас, да, сейчас соскучились. Одеться красиво, одеть платьице, пойти куда-то в бар, в ресторанчик посидеть, погулять по городу, как это было раньше. Потому что весна, такое настроение, так хочется. Но, увы, увы, все закрыто. Никуда не одеться. Только так вот. В магазин там кто в чем, да, забежал быстро. Потом эту одежду желательно приходить. Я прихожу с магазина, все, теперь всю одежду снимаю. Сразу в стирку. Вплоть до того, чуть ли не под душ. Потому что если как-то первое время, еще там в начале марта, еще вроде все как-то было, а так себе, то чем дальше, тем больше узнаешь информации. И уже даже вот какое-то такое ощущение, вообще, во-первых, в магазин уже идти не хочется, да, я думаю, вот многие также. Идешь в этот магазин, как, я не знаю, на пытку какую-то. Эти маски, там перчатки, ну все больше и больше вот людей, по крайней мере, у нас, смотрю. А так вот разговариваем, да, там с подругами, со знакомыми в разных странах по-разному. Где-то почти все в масках ходят, где-то так, может быть, процентов 30-20, где-то 50, ну вот так. И знаете, еще что интересно, тоже вот видео некоторых блогеров смотрю. Вон, кстати, несколько человек вышло из клиники, все в масках. А, интересно, ну в таких, вроде в самодельных. Одна в сиреневой, другой в черной, другая в такой в медицинской. Так, у меня вот здесь, так, где моя маска? У меня, смотрите, какая есть сейчас. Так, регуляр N95. Ну, она без всяких фильтров, вот такая вот. Как ворона пойду. Здесь таких две завязочки. Ну, такая вообще единственная. Заказали маски, они должны в конце мая, ой, в конце вот апреля прийти, в начале мая. Такие обычные тоже медицинские голубые маски. Интересно, говорю, сейчас вот блогеров тоже некоторых, ну, кого я уже много лет смотрела, да, и вот смотрю, слушаю. И так интересно делать открытие о человеке. Так, у меня там записывает. Так интересно делать открытие, да, о блогере. Я вообще некоторых блогеров увидела совсем с другой стороны, хотя несколько лет смотрю. Ну, наверное, и меня кто-то тоже увидел, да, с другой стороны, когда начались вот эти все видео, паника там в странах, городах, насчет этих масок и кто как проявился. Так интересно наблюдать за этим. От некоторых вроде и не ожидал такой реакции, бац, у них такая реакция. Ну, интересно просто, как вот в таком состоянии, да, так скажем, в панике, как мы вот блогеры реагируем, какие мысли мы озвучиваем. Я, конечно, ну, у меня были тоже много видео на эту тему, там и пустые полки, и магазины, и пустой город и так далее, но я все равно как бы такое прям свое уж открытое мнение стараюсь держать при себе, потому что, ну, не хочу я это вот выносить там. Так, какими-то отрывками где-то что-то рассказываю, это, ну, вообще люди, да, сейчас у всех столько мыслей, у всех головы вот такие вот. Кто что уже говорит, кто, ну, у кого реально похоже на правду, у кого-то вообще уже какие-то басни там сочиняются. И все это вот это друг другу, да, мы благодаря интернету все это передаем. Голова уже пухнет от этой информации, не знаешь, чего ждать. Вирус, есть, конечно же, и вирус, и в то же время и начался такой мировой кризис в каждой стране, да, это все мы наблюдаем. Люди кого-то загоняют в дома, не разрешают вообще там выходить.
кто-то более спокойно, и у нас, видите, намного легче, мы на машинах, мы передвигаемся, и у нас в Вашингтоне, ну, в Спокене, вот, у нас нет запрета, можно выходить, и на велосипедах можно, но держать дистанцию. А в принципе, здесь, конечно, зависит от людей, но, в принципе, вот в Америке как-то люди соблюдают дистанцию. Конечно, единственное, когда заходишь в маленький магазин, вот маленькие магазины у нас есть, да, там уже никакой дистанции нет, там ты проходишь. Когда это большой супермаркет, там, конечно, тоже легче соблюдать дистанцию. Кто-то встанет, там тебя пропустит с этой тележкой, или ты пропустишь, или, ну, все равно, да, но вот когда идешь по, там, на улице, если попадаются люди, людей-то мало, но, в принципе, в такие, в теплые дни, где-то в таком месте, где, допустим, у реки, да, или в парке, все равно люди, конечно же, выходят, выезжают и стараются. Я вот сколько хожу, тоже идешь навстречу, сразу начинают меня обходить. Или я тоже смотрю, если человек не собирается обходить, идет навстречу по аллее, я ухожу в сторону. Ну, как-то вот так все равно более-менее, да. В других странах, говорят, это вообще не соблюдается никак. А все еще вот от менталитета тоже зависит, конечно же, от страны. Ну вот, и говорю, так интересно, многие открылись с таких интересных сторон, блогеры, очень интересно слушать все эти рассуждения, где-то задумаешься, где-то посмеешься, где-то что-то себе на ум, да, так скажем, намотаешь. А, так, что еще сказать-то? Так, санитайзер. Тоже уже пол бутылочки у меня осталось. Думала, такие будут. Поехала в магазин, но это еще 2 недели назад. Она говорит, нет, уже таких нету. Еще санитайзеров нету. Но еще у меня старый тоже лежал. Вот все, видите, нам пригодилось. Вот этот санитайзер у меня несколько лет лежал в машине. Это такой гелевый, а вот этот очень удобный. Он с пульверизатором, с распылителем. Да, вот такие, самое классное, конечно. Так, здесь этил 74%. Ну, вот это хорошие вообще, классные. Ну, жалко. Жалко, что их нет. Так. Угу. И перчаток у меня нет, к сожалению. Только маска. Так, насчет аппоинтментов. Также у нас в больницах по телефону проводят. Вот у меня был и... Снова меня врач пригласила в клинику, так как ей нужно увидеть мои глаза, да. Вот с глазами уже лечусь весь этот карантин. Никак не могу вылечить глаза. Вообще, это уж какая-то зараза. Неизвестно, с чем это все связано, да. Никогда такого у меня не было. Уже третий месяц у меня пошел, как я лечу свои глаза. Так, ну, сегодня так еще хоть более-менее выгляжу, поэтому, видите, в очках, чтобы не смущать людей, не смущать аудиторию. Так, ладно, если еще что будет интересного, может быть, поснимаю, добавлю в это видео, а может быть, это уже так, потому что уже там на 8 минут болталка получилась. Интересно, вот в даунтауне уже вот все цветет, деревья полностью расцвели, а мы там живем на Норсе, на севере города, ну, отсюда 15 минут ехать. У нас только-только вот цветочки зацветают, разница в температуре. Стояла очередь на улице, зашла, и что я вижу, это Trader Joe's, теперь всех работников обязали носить маски. Так, ну что, последние новости. Сегодня заехала в магазин, в котором уже неделю не была. Да, Trader Joe's, это американский магазинчик. Он небольшой. В очереди немного постояла. Ну, буквально несколько минут. Вот первый раз именно в этом магазине была очередь, и я в нее попала. Один человек выходит там и один заходит. Вот так они делают, чтобы не было, да, большого скопления. Сразу заметно, очень мало, то всегда этот магазин, он там хорошие продукты, много натуральной еды, и он всегда кишил людьми.
сегодня очень мало. И что самое интересное, все работники, еще неделю назад я была, только один работник был в маске. Сегодня все они, их всех обязали, уже все в масках таких цветных, там самодельных, не в медицинских, да. Мы тоже, кстати, еще ждем маски. Вот к концу апреля, начале мая заказали, должны с Амазона прийти маски. Так, что еще? Ну, конечно, все вот это, знаете, что-то так неприятно. Вот это хождение по магазинам, вот уже, наверное, это у всех, да, идешь, как я не знаю, как на расстрел вирусами, так скажем. Эту маску, вот я в кепке хожу, в очках, в перчатках. Там все это протираешь, корзину сами протирают рабочие, я еще сама эту корзину протираю. Потом сейчас продукты привезу домой, опять буду все это хлорексом, что в коробках очень удобно, лизолом побрызгаю, вот очень удобно с распылителя, да, эти коробки обрабатывать. Короче, все вот это так уже, ой, замучило нас, так скажем, да, еще, конечно, неизвестно, сколько это все будет продолжаться, но вот как-то, знаете, кажется, вообще у нас вроде в Спокене на спад пошло, нету там сильного такого заражения. И на спад это идет, ну, надеемся, что, ну, короче, посмотрим, да, как это дальше будет. Очень удобно, что вот я сейчас проезжала, это аптека, банк, там все рядом на этой плазе. Здесь в Америке и так это было сделано уже давно, да, что не нужно выходить из машин, заходить, допустим, ту же еду заказывать. Подъехал тебе, еду заказал, тебе сразу дали в машину. Банк, там тоже очередь в машину стоит, все вот так проехали через банк, там человек в окошке, контакта нет. Аптеки здесь то же самое, ты можешь или в магазин заходить, ну как раньше, а сейчас с улицы тоже люди подъезжают, на машинах стоят в аптеку, что нужно тебе взял, да. Так что вот это, конечно, все очень хорошо, контакты сведены к минимуму, тем более все на машинах здесь, ну вот поэтому, конечно, может быть это быстрее там закончится, где вот больше вот это люди контактируют и не могут никак это сделать, да, ну я имею в виду это в других странах. Здесь вот это, конечно, помогает в этом плане самоизолироваться и быть на расстоянии с людьми. А что еще хотела? Еще про безработицу. Уже, знаете, около 15 миллионов, что ли, в Америке безработных. И еще буквально недели там две назад я слышала, там что-то 3 или 5 миллионов, да, было в Америке. Уже 15. Но что самое интересное, люди подают на вот этот unemployment, да. Те, кто первые успели, ну это вот как я слышу, они подали, кого там сразу или сократили, или как-то там с работы уволили, да, лишились работы. А сейчас вот кто постепенно лишается во время вот этой пандемии, да, работы, и люди подают, и просто не справляются. Там же тоже люди работают, вот эти заявки, все это нужно обработать. Говорят, что звонят часами и дозвониться не могут туда, так что это тоже, да, вот все как бы не так легко и просто сразу это все получить. Про деньги, что интересно, 15 апреля я как открыла YouTube, и подруга тоже написала, что получили деньги на счет. Но мы пока ничего не получили, потому что там зависело от того, как кто декларации заполнял налоговые, да, или на счет в банке приходило, или приходило чеком. Так как я говорила, у нас чеком, скорее всего, это все задержится. Но там есть такие функции. Виктор вчера там все зашел, разобрался. Там можно обновить свой вот этот адрес, это, и, скорее всего, тоже на счет должны будут, да, прийти эти деньги. Но уже вот это, я не знаю, это первая вроде волна, которые получили деньги у нас вот в Спокене, и вообще по Америке, и уже подписчики мне писали, что получили деньги на счет. Так что вот, мы пока еще нет, мы пока еще не в этом числе. А, что еще? Так, ну вот такие новости, больше что-то ничего не могу вспомнить. Все, уже буду на этом видео заканчивать. И все, всем пока и увидимся.